Больше 31 тысяч потребителей в течение года на бесплатной основе подали заявление на получение технических условий для газификации своих домов в режиме онлайн. Это стало возможным благодаря современным цифровым решениям, которые внедряет компания «Казахгаз Аймак». Каждый житель страны с помощью электронной цифровой подписи, не выходя из дома, может подать соответствующую заявку через портал «Егов.кз». Год назад акционерное общество «Казахгаз Аймак» предоставило жителям страны возможность дистанционно получить технические условия для газификации своих домов. Это не только удобно, но и экономит время и расходы на дорогу. Новой онлайн-услугой воспользовались более 31 тысячи потребителей. Таким образом, «Казахгаз Аймак» становится лидером среди коммунальных служб в сфере цифровизации. Мы запустили такие услуги, как Marketplace. Получение технических условий через портал ЕГОВ позволяет экономить время потребителей, во-первых. Во-вторых, как бы лишает надобности потребителям ехать к нашим офисам, заполнять на бумаге все эти документации. Представители «Казахгаз Аймак» также предупредили казахстанцев о возможных уловках мошенников. Участились случаи, когда псевдосотрудники газовой компании требовали оплату за обслуживание внутридомового газового оборудования или же получение технических условий. Все тех условия «Казахгаз Аймак» предоставляет бесплатно, подчеркнули в компании. Наша организация также на месте не требует оплаты за какие-либо там сервисные услуги и так далее. Все вот оплаты непосредственно наша организация принимает в кассах, либо по выставленным счетам. С началом отопительного сезона в компании «Казахгаз Аймак» призывают потребителей следовать правилам безопасного использования газа. Нельзя халатно относиться к техобслуживанию отопительных приборов и применять оборудование сомнительного производства. Главное – помнить, что соблюдение всех необходимых мер предосторожности станет залогом уютного проживания в доме. Рауан Колыбаев, Артур Горшняков, 24 KZ.